Уже 6 лет я делаю видосы по нашей любимой игре Stalker. Честно говоря, самому не верится в это. Время пролетело очень быстро. Пройдено огромное количество модов. Порой мне даже кажется, что я прошел их все. По крайней мере, все самые интересные. И иногда возникают трудности с поиском нового мода для прохождения. Только прошу вас, не пишите, пожалуйста, про OP 2.2. Я действительно не горю желанием проходить его. Давайте подведем какие-то итоги года, что ли. Во-первых, этот год был непростым. Как и 21-й, 20-й, 19-й. Каждый раз думаешь, ну, хуже уже не будет. И тут следующий год преподносит массу сюрпризов. Но я верю, что наступающий 2023 будет лучше предыдущих. Ну а теперь пройдемся по статистике. За этот год я создал 24 новых плейлиста, самым объемным из которых было прохождение Stalker Книга Мертвых, аж на 67 видосов. Опубликовал 301 видео. Выходит, что вы недополучили 60 роликов. Что я делал 2 месяца? Не знаю. Самый плодотворный месяц года – февраль, 30 видосов. Самый неплодотворный – октябрь, всего 20 видео. Вот так выглядит топ-5 роликов по просмотрам за год. Как видите, на первом месте самая масштабная распаковка. На втором – внезапно видос, который я снял летом 21 года. Больше всего лайков за день вы поставили 24 апреля, прямо на мое день рождения, целых 9 тысяч. И все это для меня не просто цифры, это вы, мои подписчики, которые взаимодействуют с моими видео, пишут комментарии, ставят оценки, делают репосты. Всегда приятно видеть, когда под твоими видео происходит какая-то суета, когда каждый вечер на твои стримы приходят люди, делятся тем, как прошел их день, и порой своими комментами создают интересные ситуации. Вы знаете, 6 лет это довольно много. Человек, который родился, когда я только начал снимать Stalker, уже пошел в первый класс. И все эти 6 лет вы были вместе со мной. Возможно, не все из вас были прямо с самого начала, но от этого я не перестаю вас ценить. Я не знаю, что будет дальше, но я постараюсь также делать для вас видео. Для меня это уже неотъемлемая часть жизни. Я не знаю, чем бы я занимался, если бы не канал на YouTube. И поэтому я благодарен вам за все. 2023 год обещает принести нам Stalker 2. Точная дата релиза с указанием месяца и дня пока неизвестна, это нам еще предстоит узнать. Но то, что игра близка к релизу как никогда, несмотря на те, мягко говоря, сложности, которые испытали разработчики, это факт. Буквально на днях GSC выкатили геймплейный трейлер, из которого мы можем подчеркнуть для себя массу интересного и хотя бы приблизительно понять то, какой будет игра. Надеюсь, что в следующем новогоднем видео, которое я запишу 31 декабря 2023 года, я буду говорить, что год был хорошим, ведь вышел Stalker 2, и всем нам он очень понравился. Увидим! Ну а теперь то, ради чего мы все тут собрались. То, что видеть довелось не каждому из вас, но то, что каждый из вас хочет. Вы готовы? Конечно же, это мои коты. Вот он, сладенький какой. Посмотри, пожалуйста, в камеру. Маленький какой котик. Он еще и как сосисочка тянется. Смотрите, какая большая колбаска. А как он вкусно пахнет, это просто поразительно. Вот он какой, вот он, вот он. Малыш. Вот. Такой главный гигачат канала. Посмотрите на этого кабана. Это не кот, это, кстати, кабан реально самый настоящий. Вот какой. Как всегда, пахнешь вкусно. Ладно, иди. Ладно. Некоторые из вас хотят, чтобы я дал какой-либо комментарий по поводу своего лица. Собираюсь ли я его когда-либо показывать? Или же я всегда буду снимать видосы без вебки, а стримить с вебкой, но в маске? Признаться честно, я и сам в какой-то мере устал от маски. Я чувствую, что это ступень, которую я должен был перешагнуть по-хорошему еще год или два назад. Ведь впервые я запустил стрим с вебкой аж в 2019 году. Сколько времени прошло, я в шоке. Но тем не менее, изначально я особо с вебкой не стримил, и вот в последний год я начал делать это активнее, чаще, буквально каждый день. И вот тут-то я понял, что в маске я больше стримить не хочу. Долго раздумывая по этому поводу, я принял такое решение. Теперь я буду стримить без вебки. Всем спасибо, желаю вам всего хорошего в этом новом году, счастливо и пока. Ну а если серьезно, я решил, что время пришло. Понимаю, некоторые из вас могли подумать, что лицо в названии видео упомянуто для кликбейта, но нет. Вы шокированы или это было ожидаемо? Главная причина, по которой я решил это сделать, просто потому, что я этого хочу. Я чувствую, что это нужно, и думаю, что этого достаточно. Возможно, я не оправдал чьи-то ожидания, а возможно, наоборот, оправдал. Пишите об этом в комментарии, кстати, интересно будет почитать. Но, в общем-то, вот и все. Вот такой вот я, Мануэль или же Сергей Королёв. Что изменится? Да, в общем-то, особо ничего. Видосы как были без вебки, так, скорее всего, и будут. Ну, может, пару раз я что-то интересное с вебочкой сниму. Зато теперь на стримах я буду без маски, вот в таком вот виде. Хотелось бы сразу отнести часть комментариев по поводу интрига. Это твоя интрига, не надо было открываться и так далее. Честно говоря, неоднократно я встречал такие комментарии. Так вот, в 22-м году кто-то смотрит кого-то
Из-за какой-то интриги? Из-за интриги личности? Честно говоря, я так не думаю, но если такие люди есть, напишите в комментарии. Я смотрел тебя ради интриги, потому что мне было интересно, кто же там скрывается. Но вот теперь, когда я знаю, ты мне не интересен, и интрига пропала, смотреть я тебя не буду. Серьезно? Ну что, бахнем хлопушку? В прошлом году уже взорвал хлопушку, ну вот у меня есть вот такая. Сейчас только ее надо открыть. И, кстати, на ней почему-то тигр. Подожди, у нас же год кролика. Ладно. При этом написано, что дата изготовления июнь 22 года. То есть изготовитель уже знал, что следующий год кролика. Ладно. А его вообще надо вскрывать? Просто он в пленке. Ну, я надеюсь, что... Да, надо было вскрывать. И стрельнем вверх, чтобы это все посыпалось на меня. Опа. Все, я там что-то нащупал. Мне очень страшно, я вам честно признаюсь, потому что... Ну, не люблю я все эти взрывающиеся вещи, пикарды и так далее. Возраст уже не тот. Но мне же руку не оторвет? Да нет, конечно, господи, тут какая-то пневматическая система. Конечно, не оторвет. А вдруг... Да нет, да все, все. На уверенности. Давай. Я смогу. Я смогу. Вот так вот надо, да, прям, чтобы передо мной. Или повыше, или вот так. Я не готов. А вы? Давай. Да не, на самом деле, кстати, я ожидал какого-то большего взрыва. Ну, не знаю, всегда мне как-то это напрягает. Там какая-то пружинка непонятная. Все, теперь в мишуре. Да, но это еще не все. У меня тут есть, как видите. Вот такое. В одном из прошлых новогодних видео я пил детское шампанское, но я решил, что я уже подрос до Кока-Колы большой, поэтому мы с вами ее открываем. Оу. Фу. Главное удержать. Стаканчик. Сейчас бы реально не разлить. Ну, немного, немного. Вот так вот пойдет. Но и это еще не все. Внимание. Я увожу за кадр вот эту вот штучку прикольную. Страшно. Чуть не поджигается. Оп. В общем, всех с наступающим или уже наступившим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, любви, удачи. Всего самого хорошего. Всего самого хорошего в этот наступающий год кролика. Кстати, долго горит, я думал, она быстрее прогорит. В общем, надеюсь, что все будет нормально. Выйдет новый сталкер, жизнь наладится, станет меньше каких-то плохих, потрясных событий. В новом году больно. Всегда напрягала меня эта тема. Надеюсь, что в 23-м году у нас будет больше поводов для радости. Кока-кола за вас. Фу, надымили. Я ж что-то ослеп немножко. Все, всем пока.